Друзья, всем привет! Наконец-то весна, это значит, что впереди сезон открытой воды и спиннинговой ловли. Именно поэтому мы сделали подборку из удилищ разного сегмента, которые будут актуальны в 2024. Итак, погнали! В нашу подборку мы включили аж 9 спиннинговых удилищ разного сегмента. Условно мы их разбили на 3 категории. Бюджетные, средний сегмент и премиального качества, то есть дорогие спиннинги. Мы не привязывались к определенному какому-то стилю ловли. Здесь удилища как ультралайтовые для микроджига, для твичинга, есть джиговые. В общем, каждый сможет выбрать для себя какое-то определенное удилище, особенно в бюджетном сегменте, если вы только хотите какой-то стиль ловли осваивать или просто только направляетесь на путь спиннинговой ловли, вам будет это видео полезно, вы для себя что-то узнаете новое. И открывает наш хит-парад спиннингов 2024 Волжанка Стилет. Очень известная линейка, многие, я уверен, с нее осваивали ультралайт. Эта линейка достаточно узкая, включает в себя только спиннинги ультралайт класса, то есть это сверхлегкие спиннинги, позиционируются как для ловли форели, хариуса, язя, головля. Как по мне, они отлично подходят и для микроджига. У меня в руках спиннинг 2-метрового роста с тестом 0,5 граммов, с солидовой вклейкой. При помощи такой вклейки комфортно и контролировать визуально проводку, отслеживать и также ловить прекрасно в темное время суток. Сам спиннинг легкий, отлично сбалансированный, эргономичная рукоятка. Обратите внимание, катушка-держатель максимально облегченный, скелетного типа. Это повышает сенсорику спиннинга, кольца облегченные, C-гайд. Есть хук-кипер, что немаловажно даже в таком ценовом сегменте. Производитель побеспокоился и сделал хук-кипер. Цена на момент съемки Волжанки Стилет около 4000 рублей. Это отечественный бренд, это не какой-то ноунейм Китай. Для удобства тут все написано на бланке по-русски. Спиннинг, ул, углепластик, то есть бланк из углепластика, стилет, волжанка, длина, тест, все на русском, на понятном всем языке. А почему стилет попал в нашу подборку? Все просто, это цена, доступная для большинства рыболовов, особенно для тех, кто только хочет освоить ультралайтовую ловлю и не хочет особо тратиться. Во-вторых, рабочие характеристики. Спиннинг подойдет как для микроджига, так и для блесен, для ловли разной рыбы. Следующее у нас удилище бренда River Zone Junior Spin. Само название говорит о том, что это спиннинг для новичков, не для юного спиннингиста, а просто для начинающего. Почему этот спиннинг наиболее интересен для начинающего спиннингиста, который вот пришел в магазин и потерялся в этом лесу спиннингов и не знает, что ему выбрать, он не знает, как проводить воблер, не знает, как правильно подать приманку, рывковую анимацию сделать. Junior Spin имеет средний строй, регулар, и подойдет для разного типа приманок и проводок. Прекрасно подойдет для блесен. Чаще всего спиннингисты начинают осваивать ловлю именно с такого типа приманок, потому что проводка максимально простая, забросил и мотаешь, выматываешь слабину шнура, и все. Равномерная проводка, самая простая. Также подойдет и для воблеров, для кренков, и можно, в принципе, и поджиговать. Цена на момент съемки данного инструмента всего 2500. Если учитывать эту стоимость, то реально спиннинг выглядит дороже, чем он стоит. Через объектив камеры этого не передать, но если у вас будет возможность подержать его в руках, то вы поймете, о чем речь. Он реально легкий, он отлично собран. Стоят противозахлестные современные кольца со вставками SIG. Рукоятка из приятного EVA, максимально облегчен бат, без всяких вставок, только с декоративными кольцами. Ну, в общем, лаконичный такой дизайн.
И при этом подойдет для разного типа приманок, да, максимально доступный вариант. Вот сейчас даже если спросить меня, какой спиннинг можно купить за 2500 рублей, ну, честно говоря, так на ум особо ничего не приходит. Аналоги, конечно, есть, можно что-то подобрать, но, тем не менее, это прекрасный спиннинг как для новичков, так и не только для новичков, для, в принципе, спиннингистов, которые просто ловят рыбу и не хотят себе дорогостоящие снасти. То есть им нужен спиннинг для ловли рыбы. Вот. А он прекрасно будет со своими задачами справляться. Ну, а чтобы сделать его стоимость еще приятней, вот промокод на экране, скидка 9% на покупку спиннингов River Zone. Не только именно этой модели, но и всей линейки спиннингов River Zone мы обязательно в закрепленном комментарии и в описании под видео продублируем всю информацию о спиннингах и промокодах. И третий спиннинг, который завершает категорию бюджетных, это Nautilus Crossblade второй генерации. Он неоднократно попадал в наши подборки. И если хотите, вот, подсказочка. Там про этот спиннинг мы более подробно рассказывали. У меня сейчас в руках модель 702 UL, то есть ультралайт. Это одна из самых младших моделей с тестом до 7 граммов. Crossblade на момент съемки стоит в районе 4500 рублей. И если честно, то я большой разницы между предыдущим Junior Spin не вижу. Именно визуально, по качеству сборки, плюс-минус все похожее. И качество EVA, и сборка, кольца и там противозахлестные. Ну, здесь колечки у Crossblade более мелкие. Он более легкий, ну и, соответственно, он и класса другого, ультралайт класс, и предыдущий был medium light. В чем же такая разница, почему стоимость у Nautilus больше? Ну, во-первых, производитель уделяет больше времени деталям. Например, на стыке колен я заметил, что здесь имеются специальные метки для удобства сбора спиннинга, плюс маркировка есть. Мелочь, но все равно она есть. Производитель это сделал. На бланке указаны все технические характеристики. Это длина и в метрах, и в дюймах, и в футах, короче говоря. Тест по леске, тест по шнуру, строй, что немаловажно, особенно для начинающего спиннингиста, это вот такая вот памятка. Здесь большими буквами указано, для чего спиннинг подойдет. Jig и Special Rig. Именно данная модель до 7 граммов. И на каждом спиннинге он с какими-то приманками будет работать лучше, с какими-то хуже. На развороте написано, указано, для каких приманок он лучше всего подходит. Это прям респект и уважуха производителю за такую шпаргалку. Построил он фаст. В принципе, как по мне, это универсальный, отличный универсальный тоже спиннинг с уклоном в джиговую тему. Это микроджиг, легкий джиг, это разнесенные монтажи, это отводной, но отводной в меньшей степени, потому что длина. Лучше, конечно, спиннинг более длинный для таких задач. Также идет цена за карбон. Здесь используется карбон 24 тонны. Имеется хук-кипер, разнесенная рукоятка, коротенькая, компактная, эргономичная, удобно. Спиннинг лежит в руке. Отличное соотношение цены и качества. Вот мы и добрались до среднего сегмента. У меня в руках Ким Дубна. Это Generation 2. Спиннинги в районе 11 000 рублей стоят на сегодняшний день. Позиционируются для ловли на джиг. Можно в линейке найти удилища как для легкого, так и среднего, для хэви джига. В общем, для джига и только для джига. Удилища выполнены из высокомодульного легкого графита от японской компании Torei. Это не может не радовать. Удочка легкая, звонкая, чувствительная, сверхбыстрого строя. Почему попала к нам в список?
потому что за эти деньги это прекрасный чувствительный инструмент для джига. Можно в линейке найти удочки абсолютно для разных условий. Будь то небольшая река, или вы отправляетесь на ловлю крупной рыбы на водохранилище или на большую реку, на большую воду. Кольца стоят противозахлестные, сигайт. Из особенностей данного инструмента могу отметить, что здесь шпигот, как у спиннингов более дорогого сегмента. Ну и над дизайном потрудился сам Дмитрий Шабалин. Подходит в первую очередь для джиговой ловли. Строй сверхбыстрый, то есть это прям такой злюка, строгий спиннинг с жестким мощным комлем. Прекрасный вариант для любителей ловли судака в разных условиях. Однозначно пасть клыкастому вы будете пробивать, ну и не только клыкастому, а также подойдет для других хищников, для ловли наших популярных хищников. Это щука, судак, окунь на разных реках, водохранилищах и прудах. На очереди у нас еще один прекрасный представитель среднего сегмента. Это Zetrix Avalanche. Цена в районе 13 тысяч рублей. Уже для многих это даже не средний сегмент удилищ, а дорогостоящий. Но мы отнесли его все-таки к средним. Это по сравнению с предыдущим тип дубна удилища более многозадачное. Прекрасный дизайн. Задняя такая интересная синяя гайка. Мне больше всего пришлась по нраву. Катушка-держатель Fuji. Кольца со вставками SIG. Почему Avalanche попали в нашу подборку? Все просто, они давно уже всем известны, многие на них ловили, у кого-то, я уверен, есть в арсенале такие спиннинги. Проверены временем, отлично себя зарекомендовали. Есть отметка Power Proof, то есть спиннинги тестировались спортсменами, профессионалами на популярнейшем турнире PAL. И у кого есть такое удилище, может себя почувствовать не просто любителем спиннинговой ловли, а профессионалом. Завершает нашу подборку спиннингов из среднего сегмента это удилище от корейского бренда Maximus High Energy Z. Строй Fast, длина 2,4 метра у данного удилища и тест 1,7 грамм. Как по мне, это такой больше универсал, подойдет для легких оснасток, это блесенки для дропшота, отводного поводка при ловле с берега. Бланк живенький, не строгий, будет отлично как катапульта забрасывать легкие оснастки и классно вязать рыбу. Из особенностей могу выделить необычное оформление удилища, в особенности катушка-держатель в черно-красном исполнении, как будто растресканная рукоятка. Кольца стоят SeaGuide в черных, выполнен бланк из высокомодульного карбона. На момент съемки данный спиннинг стоит около 7,5 тысяч рублей. Если отталкиваться от его оформления, от технических характеристик, от деталей и качество сборки, то оно ничуть не уступает предыдущим спиннингам из более дорогостоящего сегмента. Друзья, ну что, переходим к дорогостоящему сегменту удилища для самых искушенных спиннингистов. И открывает нашу троицу Grand Sol от MajorCraft. Это, можно сказать, новинка прошлого сезона. Новая линейка спиннинговых удилищ от японского бренда MajorCraft. Это высококлассные джиговые удилища, сверхбыстрого строя, невероятно легкие, реально легкие. У меня в руках 862M, то есть унцовка 86 для берегового джига. В руках ощущается как какой-то лайт. Но вот если взять удилища предыдущего сегмента, да, среднего, то они гораздо тяжелее все равно. Здесь же максимально облегченный, легкий бланк, высокочувствительный, он нереально будет чувствительнее. Единственное, здесь стоят колечки Fuji в нержавейке с тонкими легкими вставками. Ну, и я уверен, что многие рыболовы в эту стоимость хотели бы, чтобы сразу были кольца Tarzite, но нет, производитель тут установил колечки попроще, но с Tarzite, я думаю, спиннинг бы стоил еще
дороже. Спиннинг на момент съемки стоит в районе 36 тысяч рублей. Хочу отметить, что рукоятка у этого спиннинга очень длинная. Обратите внимание, дальше моего локтя. Отлично для джига, для берегового джига. Ну и удобно выполнять заброс двумя руками. Создается такой хороший рычаг при забросе. Почему эти удилища попали к нам в подборку? Ну, во-первых, это новинка, свежая линейка, обладающая самыми современными технологиями бренда MajorCraft. Это японский бренд, очень известный и в основном выпускающий продукцию для своего рынка, для внутреннего. Грандсол удилища выполнены по заказу МИДа, то есть разработаны специально для российского рынка, для российского рыболова, адаптированы под наши условия. Это джиг и, соответственно, ловля всевозможных пресноводных хищников. Грандсол – это будет отличный стартовый вариант для тех рыболовов, который хочет от среднего сегмента двигаться выше, стать на ступеньку выше, на путь к более дорогостоящим премиальным топовым спиннингом. На очереди у нас спиннинг Team Dubna Tournament. Топовая линейка спиннингов Team Dubna. А модель у меня в руках 772L до 25 грамм и на момент съемки стоит в районе 42 тысяч рублей. Вообще, почему такие цены просят производители за свои спиннинги? Для некоторых это прям баснословные суммы. У нас по этому поводу был ролик, в котором мы рассказывали о всех фишках, из чего складывается, в общем, стоимость данных спиннингов. В общем, о дорогих спиннингах мы уже рассказывали. И вот подсказка, перейдите, посмотрите. Итак, спиннинг-торнамент имеет уже топовую фурнитуру. Здесь максимально легкие кольца Fuji со вставками Tarzite на титане. Вообще сам спиннинг выглядит дорого-богато, с золотом, со вставками из золота. И катушка-держатель задней прижимной гайкой, сделанной под карбон. Ну и вообще боковые вставки на рукоятке тоже сделаны под карбон. Классно все сочетается и интересно спиннинг оформлен. Сам же инструмент, вообще вся линейка Tournament позиционируется также как джиговая. И у меня в руках модель мощности Light и аж до 25 граммов. Обычно Light, ну, в моем понимании, спиннинги позиционируются там, теста, ну, до 15 грамм условно. Вот, 25 это уже medium или Medium Light. Бланк данного инструмента выполнен из высокомодульного карбона, конечно же, и понравится тем, кто любит строгие, злые, камлистые джиговые спиннинги с отличной чуйкой и сенсорикой. Торнамент попал в нашу подборку, во-первых, потому что это лучшее, что есть у Hertyrise, спиннинги из верхней линейки Hertyrise Team Dubna. То есть это бескомпромиссный вариант при джиговой ловле. Если вы ловите в коряжнике, в каких-то сложных местах, и вам нужно не бояться форсировать вываживание, выдергивать рыбу, то этот спиннинг точно это все позволит. Вот и подошли мы к последнему спиннингу в нашей подборке. Graphite Leader Vivo Nova прототип. Да, спиннинг известный, это не новинка. Стоимость на сегодняшний день составляет свыше 61 тысячи рублей. Сейчас многие за головы схватились, что такие спиннинги существуют. Да, такие спиннинги существуют, и я такой спиннинг держу в руке. Данные спиннинги особо в представлении не нуждаются, потому что и так они многим известны. Но вкратце расскажу. Топовая фурнитура Fuji, и колечки, и катушка-держатель. Что мне нравится в спиннингах Graphite Leader, так это EVA. Она прям бархатная, реально бархатная, но правда быстро начинает засаливаться, если постоянно и много ловите данными спиннингами. Первоклассная сборка, реально круто собран, очень легкий спиннинг, заточен также под джиговую ловлю и все, что с ней связано. С характером спиннинга, с хорошим сдерживающим ресурсом, камлистый, ярко выраженная конусность, но не такая, как у того же Tournament Team Dubna. Там
более камлистый спиннинг. Этот спиннинг попал в нашу подборку, потому что он актуален по сей день. Это не новая модель, но популярная, известная многим, и она остается и сейчас актуальна, и дальше будет также прекрасно радовать спиннингистов своей невероятной чувствительностью и работой на рыбе. Первоклассный спиннинг для ценителей джига. Друзья, как вы понимаете, спиннингов огромное количество, и в каждом ценовом сегменте их много, но мы сделали небольшую подборку из спиннингов, которые на сегодняшний день актуальны в 2024. Ваше мнение от нашего может, конечно, отличаться, поэтому обязательно пишите в комментариях, какие бы спиннинги вы еще добавили, включили в нашу подборку, и обязательно почему, чем они так интересны. Ваши комментарии помогут и начинающему рыболову, и уже бывалым при выборе спиннингов. А на этом будем заканчивать. С вами был Андрей. Всем спасибо. Пока.